Я, короче, не знаю, что за дичь происходит на ночь глядя. Но вы сами слышите. Даже питон шокирован. Баю, баюшки, баю. Ну, пятачина высунулась. Видал детей лучше. Да и пофиг, она кудахтает. Крыса не сушка. А ты чё? Она сейчас будет посмотреть, почитать, чего крысы кудахтают. Я не думаю, что она крысят родила, а потом яйцо какое-то вышло из нее. Устроил туда гнездо вокруг себя. Светить не буду, он вывалится пуля отсюда с детьми, висящими под ней. За 1 год родила уже 9-х. Материнский капитал есть, блин. А толку нет. Ну все, она сюда вышла. Что тут куда кстати будешь? Иди к детям, блин, вышла она, блин, выперлась. Такое ощущение, будто там не только крысы. Ну, зайцы никуда кто. А ты что, никуда кто-то тоже? Ну, поговори со змеей. У нас слышу наполнитель такой вот интересный, на гречке змеи, в общем, сидят. Фонарь включу. О! Гречневая крупа, идеальный наполнитель. Покупайте гречку, и вашему рептилии будет хорошо. Типа посмотреть интересно, да? А тебе интересно не только посмотреть, но и сожрать, да? Ты еще морда.